Снова рад приветствовать подписчиков и гостей своего канала Insanus Balletus. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии. Читаю, мне очень-очень приятно, поднимается настроение. И вам тоже хочу сегодня поднять настроение вот таким вот анекдотом. Значит, приходит в больницу дедушка, заходит к врачу и говорит такой: так и так, доктор, с женщинами ничего не получается. Ну, доктор, а сколько вам лет? Где-то такой, 80. Ну, так это все нормально, это ж уже возраст. Ничего страшного. А что дед такой? Как ничего страшного? Причем тут возраст? Вот у меня сосед, ему, между прочим, 90. Так он говорит, что у него с женщинами все получается, там, ого-го. Так и вы ему тоже говорите.